Это бродячая кошка, или она принадлежит зажигателю свеч? Так что ты, кошка, бродячая? Так, хорошо, вот это может вставить. Нет. А что ж нам подсказывает? А, посмотреть. Ух ты, тени. Тень сказала принцесса. Тень сказала принцесса, что его собственная тень сошла с ума. Она согласилась его казнить. Тень и принцесса сыграли свадьбу, а писатель умер. Ой, какой-то кошмар. Книга «Червь». А что за книга «Червь»? Так, найдено 5 объектов за 8 секунд. И книжный червь. Прочитаны 3 призрачные книги. Ясно, за что мы получили это достижение. Так. Это какой-то указатель. Наверное, надо вот сюда повесить. Нет. Ну, я считаю, Анабен все-таки. А может и не Анабен. В древнем городе Анабене много достопримечательностей. Свечная лавка – одна из самых старинных, которые известны на сегодняшний день. Подъемный мост построен несколько столетий назад. Дворец герцога – одно из самых роскошных зданий города. У водопада находятся величественные руины. Город украшен изображениями овнов для защиты от темной магии. Вот я и карту нашел. Отлично. Ну, теперь можно на этой карте двигаться, да? Да. Значит, активное задание. Исследуйте город Анабен. Анабен. Уличные ворота. Я здесь нахожусь. Как сюда перейти? Путь заблокирован. Понятно. Пошли в свечную лавку. Новое достижение — быстрые ноги. Понятно. Раз воспользовался. Телепортом. Так. А куда же?
куда же идти? Так, нам советуют вот такую половинку сделать, литейная форма. Так, ну, а что теперь? Ух ты! Герцогиня, я приобрел рубиновое кольцо, которое вы давно искали для зажигателя свечей. Надеюсь, у него все еще это хранится. Я больше ничего не смог сделать. С уважением, Джозеф Антиквар. Так, герцогиня упоминала рубиновое кольцо, когда я видела ее в карете. Так, а что ж дальше? Совет. Опять осмотреть другое место. Так, вот медальон фея. Ставим. Моя дорогая, я хочу, чтобы ты знала, я всегда буду любить тебя и буду рядом с тобой. Когда-нибудь мы сможем все вернуть, и после этого никогда больше не расстанемся. Не кто? Не знам? Нет, пам? Интересно, что же их разделяет, а? Кусочки воска. О, похоже, что уже приближаемся. Так, что тут? Тут четыре ключа. Подставка для восковой статуэтки. Но тут пусто. А. Надо осмотреть другое место. Так, ну, пожалуй... пожалуй, надо изготовить статуэтку. Вот это ж форма. Так, кусочки воска. Раз. Шо, нет. Нужна другая стратегия. А какая? Это надо сюда. Затем зажечь. О, тут газовая горелка. Оп. Отлично. Так, переставьте треугольные плитки, чтобы завершить изображение. У первая мини-игра. Выберите две плитки и обменяйте их местами. Если плитка расположена правильно, она станет желтой. Затем взаимодействуйте с элементами на сцене, указанными в тексте.
Сейчас. Понятно, что тут еще поворачивается, да. Так, вот тут голова чья-то, да? Который записывал свои сочинения днем и ночью. Однажды, когда фонари были зажжены, он вышел на балкон и зажег свечу. При свете свечи он увидел свою тень, и вдруг она исчезла. Ладно, когда-то жил писатель. Сочинял днем и ночью, да? Это днем. Это днем. Так, теперь ночью. Есть. Однажды, когда фонари были зажжены. Так. А чем же? Он вышел на балкон и зажег свечу. При свете свечи он увидел свою тень. Вот. И вдруг тень исчезла. Ух ты! Класс!
первый ключ. Ясно. Писатель продолжал творить, и прошло много времени, ясно, однажды холодной ночью он открыл дверь и на пороге увидел его тень. Они сели и поговорили. Писатель согласился поменяться местами с тенью. Итак, продолжал творить. Так, творить. Что значит творить? Ясно. Так, прошло много времени. Однажды холодной ночью, он открыл дверь. Но... И на пороге увидел тень. Так, они сели и поговорили. Так, и писатель согласился поменяться местами.